Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Сегодняшняя наша тема — вояки в Америке, то есть армяне, которые, в кавычках, называют себя вояками, сейчас протестуют около посольства Азербайджана в Вашингтоне, и они являются вояками, протестуют именно в Америке. И лучше бы они протестовали за свое правительство, которое не хотел подписывать мирный договор. И сейчас нынешняя ситуация такова, что Азербайджан сам взялся за делимитацию границ, которым армяне напали на Азербайджан, потом, увидев отпор, сейчас уже протестуют в других странах и не помогают своей нации. Вот мы видим кадры. В основном здесь есть и мужики, которые называют себя вояками. Из этого можно учесть, что караван идет, собака лает. Или собака лает, караван идет. Спасибо всем за внимание и удачи всем.